Ребят, приветствуем у нас. Сегодня на канале будет обзор двигателя Deutz серии 2013. Шестицилиндровый двигатель по 4 клапана на каждый цилиндр. Собственно, данный двигатель устанавливается на трактор «Белорус» марки МТЗ-3522. Собственно, не только на эти моторы на эту технику устанавливался этот двигатель, также устанавливался на другую промышленную технику, но в частности этот агрегат будет устанавливаться на такой трактор. Кому интересно, можете пройти, загуглить, что за трактор, здоровый такой новый белорус на больших колесах. Собственно, в чем особенность данного двигателя? Вообще у дойцев всегда были особенные, ну, небольшие особенности, в отличие там, от тех же Вэйчаев, Шанхаев и так далее. Значит, что мы имеем? Чугунный блок, чугунная ГБЦ, крышка клапанов здесь у нас пластиковая. Значит, касательно топливной системы, что хотелось бы сказать? Довольно интересное решение. Тут у нас вот изначально идет топливный насос низкого давления ТННД, две насосные секции, вот так вот они реализованы здесь. Клапан управления здесь стоит. Далее выше рампа топливная высокого давления. Здесь и здесь фишка для управления насос форсунками. Вот, собственно, ну, самого ТНВД как такового здесь нету, можно сказать так, да, но при этом топливная система реализована вот таким вот образом. Так, ну что, пройдемся по двигателю, посмотрим, из чего состоит. Значит, что мы имеем тут выше? Маслоуловитель, тот же вот он сапун, из него исходит. Здесь мы имеем компрессор одноцилиндровый с жидкостным охлаждением. Вот на него идет две трубочки, это для охлаждения. Здесь мы имеем фильтр, так, скажем, такую секцию, да, фильтрующую. Здесь мы видим топливный фильтр, здесь мы видим масляный фильтр с теплообменником для охлаждения масла. Далее пройдем, здесь увидим мы генератор. Генератор уже установлен с обводными ремнями. Также здесь можем заметить, на одном ремне установлен компрессор кондиционера, которым комплектуется данный двигатель. Данная техника. Также имеются датчики, помпа и, что немаловажно, подогрев входящего воздуха. Здесь мы имеем контакты, подключается сюда питание, ну и, соответственно, воздух, который заходит во впускной коллектор, прогревается и уже в холодное время будет запускаться, ну, более проще, скажем так. Турбинка у нас также стоит от фирмы BorgWarner, достаточно именитый бренд. Здесь у нас видим, что турбинка у нас питается маслом, ну, то есть смазывается маслом, да, вот она обратка и, соответственно, подача масла. Из навесного также имеется стартер в комплектации, то есть двигатель полной первой комплектности. Вот, можно посмотреть, что у нас тут имеется под крышкой. Под крышкой все чистенько. Также можем проверить масло, где у нас тут щуп масляный. Масляный щуп, тут даже есть немножко масла. Кстати, двигатель перед отправкой мы попросили, чтобы его протестировали, сняли нам видео, и, ну, то есть мы его уже получили, двигатель полностью тестированный, это очень замечательно, то есть уже не переживаем по поводу качества и так далее. Вот, собственно, что еще не сказал, данный двигатель Deutz оборудован жидкостным охлаждением. У Deutz есть прикол, они могут масляно-воздушным охлаждением делать. Да, вот как, может, кто знает, трактор Т-40 такой был. Вот, здесь уже жидкостное охлаждение, полностью современный двигатель, скажем так. Вот. Ну, собственно, рассказал то, что знал. Кому-то, может быть, есть какие-то вопросы у кого-то, задавайте в комментариях, пишите. Давайте все обсудим, вопросов вообще нет. Не, ну,
что-то правильно, что-то, может быть, я и сказал не так. Поэтому, ребят, кому нужен такой двигатель, пожалуйста, проходите по ссылкам в описании, пишите в комментариях, если надо, быстро ответим. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.